Всем здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим с вами сайт brandtokens.io. Токен как сервис. Маркируй свой бренд, награждай своих клиентов. Фирменные токены – это универсальная платформа для управления всеми потребностями токенов бренда. Выпустите собственный токен лояльности ERC20 на основе цепочки блоков. Запишите это на нашу биржу. Легко интегрируйте токены в свои услуги, наградите своих клиентов токенами и дайте им привилегии взамен. Применить сейчас. Что мы делаем? Марка токен выдающий. Автоматизация маркетинга токенов, уникальное понимание данных биржи и провайдер. Как это работает? Выпуск токенов лояльности к бренду на публике Ethereum блокчейн. В отличие от очков лояльности, токены оцениваются в режиме реального времени и могут быть обменены и переданы между пользователями. Бренды могут вознаграждать своих клиентов как с помощью очков. Пользователи могут использовать токены для скидок продуктов и услуг. Они также могут обменять их на криптовалюты, такие как биткоин или эфириум. Бренды могут использовать свои токены для приобретения новых клиентов или вознаграждения постоянных клиентов за покупки, участие в социальных сетях, участие в мероприятиях или обмен своими личными данными. Получается пользователь, магазин, марка и заработок. Применить сейчас. Пользователь создан для всех, бренды и пользователи. Потребители, которые обменивают баллы, имеют более высокие показатели покупок и более сильную ассоциацию бренда. Пользователи же, большинство потребителей предпочитают время от времени использовать свои очки. Пользователь – это ликвидность, цена, гибкость, когда выкупить, наличные, как токен Rewards, летучий и переводный. Бренды – это высшее вовлечение, низкая поломка, бюджетный, автоматизировать выкуп, автоматизация лояльности и более высокая задержка. Бренды. Как бренды могут использовать свои токены? Создайте успешную марочную марку, сохраняя равновесие. Создайте успешную марочную марку, сохраняя равновесие между спросом и предложением. Предложение зависит от модели распределения, а спрос зависит от выкупа сделок. Распределение. Мили очков. За каждую милю езды с приложением совместного использования автомобилей пользователь зарабатывает мили. Для отзывов пользователь будет зарабатывать токены для проверки драйверов. Хорошие водители. Водители могут получить токены для получения отличных отзывов. Реферальная программа. Пользователи зарабатывают токены за привлечение новых клиентов. Выкупать. Выберите или черный. Модернизируйте свою поездку, чтобы выбрать с очками мили. Код скидки. Клиент могут обменять свои токены на коды скидок. Приобретенная поддержка. Получить приоритетный статус для ваших билетов поддержки. 71% покупателей говорят, что программа лояльности является значимой частью их отношения с брендами. 75% покупателей утверждают, что они предпочитают компании, которые имеют какую-то программу вознаграждений. 95% участников программы лояльности стремятся взаимодействовать с брендами с помощью новых высокотехнологичных решений, таких как дополненная реальность и программа цифровой лояльности. Этот цифровой бренд полезен для ритейлеров. Всем спасибо за внимание. Сегодня мы с вами рассмотрели сайт brandtokens.io.